А ты кто? Ну, кто бы знал, кто. Какой? А ты кто? Он только может со страху, если. Он чувствует, что это будет. Какой-то шнаудер. Мне тоже кажется, шнауцер, да? Что-то там, а что-то от него есть, да. Взяли? От Ризина точно, а что-то. А где вы взяли есть его? На дороге. На дороге взяли? Да, щеночком. Ты такая морда. Давно? Ой, летом еще, в июне, он еще маленький был, 2,5. Ну, такой смешной. Ну, что-то есть от шнаузера, да, вот это вот его вот это. О, рычит. Рычит, но он тоже боится. Укусит. Тихо. Ух ты какой. Нельзя. 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 Ты в гостях вообще-то, нельзя. Ты в гостях. И дом от страха. Маму защищаешь? Нельзя. Тебя никто не будет колоть. И где вы на дороге его нашли? А? Где на дороге нашли? А вот прям ехали, ну, на даче. Ну, в смысле, за городом были. Не в Москве. И он что, шел по дороге? Сидел у дороги, что-то там копал, ковырял. Вот. И чуть у меня под машину прям не попал. Я его когда увидела, я его взяла, чтобы, думала, никто не задавил. Потому что он черный, и вечер уже был. Ну, красивый такой. Да, и это еще железная дорога рядом была. Думаю. Так, перестань. Фу. Нельзя так себя вести. Фу. Это он на меня. Это он предупреждает, если решил, чтобы никто не колол. Ничем.